Летел. Снимай крупный план. Поранился поросенок. Сейчас мы попробуем ее ему полечить. Вроде он все нормально бегает, вот эта рана. Видно, свинка, когда ложилась, придавила его, может. Они нежные, шкура у них нежная, маленькие еще. Да и плюс вот эта ихняя лысо-лесная порода. И они такие, у него взрослые даже, и то шкура нежная, не говоря уже о маленьких. Сейчас будем делать, ремонтировать его, короче. Да, круто. Давай. Вот так держи, не надо его. А если? Так, смотри. Плохо как-то видно, вот так лучше. Так, засыпаем его до формы присыпкой для ран. Прям вовнутрь пусть попадет, гноится не будет. Все, в принципе, все, ложи его, нормально будет. Отпускай. Значит, смотрите, рана, конечно, такая серьезная, большая. Будем, ну, он кушает, аппетит не пропал. Видно, поранила его либо свиноматка, либо он сам где-то поранился. Ну так, ну, скорее всего, свиноматка наступила. Копыт. Если внутренние органы ничего не повреждены, жить будет. Значит, смотрите, вот присыпка для ран, еда форма, вот мы ее обрабатываем после кастрации по всех вот этих проблемах. Она очень хорошо, как бы, и антибиотическая, там, и заживляющая, сразу шкурой затянется, в общем, будет нормально. С кровью не стек сразу, будем, есть шанс, что выживет. Посмотрим за ним, выживет, не выживет, будет видно. Значит, да что завтра, оно покажет, да, пару дней. Но он кушал, сиську сосал, так что, в принципе, было все нормально. Поэтому будем надеяться, что наш поросенок, он все-таки выживет. Жалко будет, если потеряется. Ну, если потеряется, значит, такова его лоховская судьба. Да. Два дня прошло. После нашего травмированного. Вон он у нас сидит. Сейчас мы его опять обработаем ему рану, посмотрим. Ну, пока тут все нормально, живой, здоровый. Ну, как здоровый? Не здоровый еще, но бегает довольный. Илюха, ну что, достань его. Давай, подноси, я его засыплю. Так, ранка, поверни так боком, чтобы я видел. О, тихо, братан, тихо. Ну, присохло хорошо. Вот это вот видоформ, как он называется? Сушит рану. Да, и заживляет, не гниет, не гниет. Подожди, если я сверху чуть-чуть спрей добрый. Но не печет тебя, не? А вот это печет. Все, Илюха, убирай. Да будь трешеньки. Все, текай. Мама возбудилась. Да ничего. Перед мордой ей, перед мордой, чтобы не воняло. Об морду вытри. А то она начинает как-то странно себя вести. Маленький пистик. Иди, иди, иди. Давай не обижайся, иди уже к своим братанам. Итак, 5 дней спустя посмотрим на нашего инвалида. Сейчас. Так, где он? По размерам ничуть не уступает братьям своим, никак это не отразилось на его развитии. Чувствует себя отлично, кушает, накормленный, ранка заросла. Мама, идите кушайте. Это я свинью резал, чувствует, наверное, кто в доме хозяин. Все, иди, иди, кушай, иди, хорошая, хорошая свинка. Ну, в общем, бегает. А у одного хвоста не мой, Илюха, хвост отвалился. Так что это не от холода отваливается. Это у них видно, он, видишь, бегает, куцик. Еще и мальчик. Порода. Это у них, да, наверное, из, ну как, не то, что изъян, а может изъян породы, что хвосты отваливаются. Вот то их и подрезают. Они, видно, как-то там, это самое, кровоснабжение плохое на кончике носа, и он со временем сам отваливается. Отпадает. Да.
Ну, поросятки, это им сколько уже? Неделя. Еще нет, наверное, недели. В субботу. Когда они поросилась она? Если не будет 10, ой, во вторник 10 дней. Ну, как раз неделя, наверное, да. В районе недели сейчас им уже. В принципе, они нормально растут, все. Мамочка их кормит, их вовремя. Всегда сытые, не кричат, не орут. Даже сейчас, видите, вот он наш. Черное, не, ну там просто, я так понимаю, этот, знаешь, какой-то на ранке образуется корка. Строп, ну да, корка получается. Не, она сейчас ее отторгнет и будет нормально. Так что, в принципе, если, не дай бог, получит какое-то увечье механическое, ничего страшного. Пока маленькие они, видите, ну, не такие верткие. Мама, наверное, на него, мне кажется, копытом наступила просто. Лежала. И его, да, махнула. Может, как-то так его придавило, что он получил ранку. Ранка была огромная, казалось, что там аж ребра торчали из нее. Я думал, ему капец. А потом эти самые свиноводы со стажем подсказали засыпать едофорами, ожидать прихода. Ну, все получилось, все зажило. Теперь у меня можно даже меня называть айболитом, можно. Лечу животных, ветврач, елки. Ну, я думаю, все у него будет хорошо. У нашего поросеныша через неделю там даже не останется и следа на спинке. Итак, сегодня у нас, который день уже? Мухи! 10, мухи! 10-й день. Мухи! Послетались в кучку. Так, пошел 10-й день. Посмотрим нашего раненого героя. На, героя войны. Поросеныш наш уже. Поймаем. Поросеныш наш чувствует себя очень хорошо. Кушает за троих. Вот сюда, ну видите. Ранки практически полностью ранка убралась уже, зажила. Едоформ. Рулит. Я даже не знаю, уже и обрабатывать. Не надо ничего. Посмотрите, он ничем не отличается. Так, кабан. По развитию. Так, кабан, ух. Да, нормально? Да, да. По развитию, по росту. А по крику, как кричит. Шалят, мать его. Все, короче, с ним классно. Голосистый. Будем считать, что наша болезнь полностью излечена. И травма поросенка. Давай-ка. Травма поросенка. Вылечилась. Буквально за неделю, 10 дней, все прошло. Молодец, хороший пацан. Мамочка. Вот он. Ну, куда я тут сижу, все, я никого не пущу. Не толкайся. Сейчас. Нашла тут самого дохлого. Видите, да? Он, в принципе, по размерам, даже я бы сказал, не то, что не самый мелкий, и как бы он ни был самым крупным. Лавку свою. Лавку его мы залечили. Рана была изначально настолько огромная, я думал, ну все. Но еще когда он родился только, манюсенький, и там, видно, копытом свинья наступила на него. Ой, вот это вот, у которой сушняк. Ну и немножко его пробило, да. А что там, кожа тоненькая. Маленький. Он еще и этот самый. Малый. Господин лысый, Беконов. Беконов сын. Вот он, видите, какой. Чувствует себя отлично, никаких у него аномалий не развивается, хвостик ему как вертит, как заводным. Мама кормит их хорошо, они даже еще не бросаются на поесть что-нибудь. Слышь, тут горячо, я через тапки чувствую. Капец, так тут не копано ничего. Ну их не лежбище, они там спят. В принципе, все, что, как видите, все, наш поросенок уже полностью выздоровел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пожелайте ему побыстрее превратиться в настоящую свинью. А вот наша ранка. О, все, дерется, молодец. Ну, вообще все, в принципе, все одинаковые, все растет одинаковые, отлично. Да. Так что не сильно там расстраивайся, не дай бог, какие-то травмы получил. Едоформа купили, засыпали и вперед. Вперед из песни. Все должно получиться, выживет, все будет хорошо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.